О, таки запись пошла. Привет, зрителям. У меня есть такая штука. Я ее не обозревала в составе всего, но вторая, одна из частей подарка есть в телеге, которая у меня глючит, и, как выяснилось, она глючит у некоторых вообще с ноября в руки. Ладно, я промолчу. Если хочешь послушать мои негодуя по поводу телеги, зайди в телегу. Там еще анонимные анонимы свои проблемы организма. Вон там кошка. Вон там кошка. Свои проблемы организма, короче говоря, да, я с этой стедикамы снимаю. В реакциях к моим постам оставляет. У них там ротавирусная уже неделю как. Короче, вот а бомбочка с маршмеллоу. Я даже молока покупного 2,5% жирности коровьего, коробочкового, здесь вот согрела. Вот оно. Там козья простокваша. Давненько я не снимала, что у меня в холодильнике. Сейчас ты это увидишь. Ужаснись. Я тут пару дней помирала в очередной раз, и у меня посуда накопилась, и у меня есть вон та оранжевая хреновина. И тут у меня куриный бульончик, и я сварю себе почти веганский щи. Почти веганский супчик даже. Чайник ждет, когда его помоют, потому что у него там не то чтобы, знаете, какая-то хрень внутри образовалась, а лимонная кислота у меня закончилась, магнития ее тоже нету. Я себе заказала на Озон, но она еще не доставилась. И я его сначала просто помою, а потом, может, лимонной кислотой. Короче, поэтому я пока тут это тут. Кошка ходит по столу. Вот, ну не нагло ли ты, животное? Я вон этот чайник пока юзаю, который довольно быстро остывает, кстати. Так вот, у меня есть бомбочка. Когда мне ее подарили, я подумала, что это бомбочка, которую суют, ну, в ванну. У меня ассоциации бомбочка именно для ванны. А тут, оказывается, бомбочка для чашки с молоком. Мне еще так сказали, не забудь, это не в ванну, это в чашку. И на днях меня спросили, как там бомбочка, а я ее еще даже не заюзала. Вот сейчас собираюсь заюзать. Запись пошла, я ее повернула лицом к себе на этой штуке, даже увеличила эту штуку, палку. Я ее все никак не смонтирую, да, вот я тут открыла, сейчас открою это тебе, я ее открываю. Я еще это буду в телефоне на приложеньке монтировать. Та-дам! Бомбочка. Это из Вкусвилла, из Питера. Там кошка с право по борту мурлычет. Ой, кошка, дай я тебя со стола сниму. Во-первых, негоже кошке сидеть на столе. Во-вторых, ты мне сейчас тут своими кульбитами снесешь нахрен этот стадикамчик вместе с телефоном. О, кошка. Она слышит, что тут что-то шуршит, и хочет сразу это закоммунизить. Ей пофиг, думаю, что это съедобное, что она вообще на столе, что она вообще непослушная наглая кошка, что ей дали где-то полкило мяса, она его наполовину замусолила. Ну, короче, это не съела. Стала кошка говорить, ну, как бы с тем самим видом, я зажравшаяся кошка, я не хочу лосиное мясо, я хочу что-нибудь другое, сама не знаю, что хочу. И в итоге, когда мясо уже сдохло, она вдруг вспомнила про это мясо, а мясо сдохло, все, хрен ли. Пришлось мясо выкинуть, жук. Жук Новознюк, я ее называю. Короче, нам говорит коробочка опустить бомбочку. Я ее держу просто, чтобы это не прыгнуло. Пусть прыгает лучше на руку. Опустить бомбочку в стакан и медленно залить 250 мл горячего молока. После того, как маршмеллоу всплыли, перемешать содержимое чайной ложкой для полного растворения. 170 грамм. Тьфу, 170 кал на 35 грамм. Ну, в смысле этих калорий. Я специально вымыла чашечку. Сначала хотела в чашечке молока подогреть в микроволновке, а потом решила прочитать инструкцию. Обалдеть, зритель. Смотри, какая штука.
Ладно, кошка, на, держи, держи. На тебе эту бумажку. Не дам тебе эту бумажку, она хорошая бумажка. Вообще кошка наглая. Так, где у нас тут эта чашка-то? А, чашка-то у меня тут. Чашка-то у меня тут. Хлобысь. Я тут его опустила за ту, за руку. В смысле, рукой взяла за штативик. Блин, какая же обалденная хренотенина. На, как-нибудь с телефона постримить в этот, в Инстаграм, что ли? Или в эту самую, еще куда-нибудь. Молоко еще не остыло. Ой, задачил про это. Мимо прокапала. Пенка молочная сюда упала. Не, конечно, там написано, что медленно. Не сказать, что это было медленно. Медленно бы у меня совсем не вышло. Сейчас я как-нибудь тебе. Я не, еще не уверена, что можно менять во флаве в этом, в процессе камеру. Как бы поменять-то тебя? Короче, я надеюсь, что он увидит тебя. Ой. Оно перевернулось. В итоге я обнаружила какую-то кнопочку, нажала на нее прямо на экране приложения телефона. И вот она у меня, вот она, эта штука. Я тут несколько раз уже нажимала, я подозреваю, эти ролики буду, ну, короче, склеивать с телефона и делитить, потому что какие-то там вот, ну, случайные нажимы. Короче, как-то вот. Я ее все-таки раздолбала и перемешала. Надо действительно было медленно наливать. Ну, у меня как-то медленно не получается молоко из этой штучки наливать. У меня лапа малость дрожит, я не знаю, как это на стедикаме. Вон у нас тут это животное. Прикольная штука. Зритель, ты такое пробовал? Я вот только еще сделала, я еще не глотала. Ну, сейчас попробую. Короче, наверное... Не, вот смотри, ну не наглая ли, а? Чего ты тут лазаешь по столу, кошка? Ой, у меня же круг сдулся. Я хотела глянуть, что с ним надо будет снять его, посмотреть, а он внезапно сдулся так. Комнате. Тот круг, который я купила, чтобы научиться плавать в прошлом году летом. И это, короче, я увидела тут, как микрофончик бежит. 30 FPS, 1080 пикселей. Ну, в смысле, 1080 пикселей. Короче, это... Сегодня пришла после душа в комнату. Смотрю, что-то такое странное, там круг сдулся и так лежит. У меня просто есть шанс. Ну, я очень надеюсь, что кошка еще не научилась прыгать на тот шкаф. Он все-таки повыше, чем коридорный. Ну, хрен знает, что вдруг внезапно, чтобы круг-то спустился так вот сам по себе. Надо будет глянуть, что там с ним. Пока, зритель. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.